Для любой делимитации нужно основание в виде точных топографических карт. Именно такие старые военные карты, унаследованные от СССР, где границы обозначены с максимальной точностью, предлагает сторонам Россия. Азербайджан целиком и полностью за. А вот Армения воспринимает происходящее как катастрофу. В советское время границы союзных республик не обозначались на местности, и, пользуясь этим, Армения планомерно продвигала свои села, поля, пастбища на территорию Азербайджана. Подобное происходило в советский период на всем протяжении границы от Казаха до Зангилана. Этот процесс получил существенное ускорение в последние 30 лет на фоне конфликта и оккупации Армении азербайджанских земель. Вспомним, какой шум поднялся вокруг появления азербайджанских таможенных и пограничных КПП на стратегической армянской трассе Гафан-Гирус. Но каким образом стратегическая дорога Армении оказалась на территории Азербайджана? Как же так получилось, что установленные армянскими предпринимателями ветрогенераторы оказались на территории Азербайджана? Как случилось, что в нескольких деревнях десятки домов оказались на азербайджанской территории? Ответить на этот вопрос очень просто. В Армении строили дома, электростанции, прокладывали дороги и пребывали в полной уверенности, что возвращать земли законным хозяевам не придется. Отсюда возникает вопрос, что армянская сторона будет делать, когда в процессе грядущей делимитации ситуация, аналогичная той, что случилось на трассе Гафан-Гирус, возникнет и на других участках армяно-азербайджанской границы. Ведь когда стартует процесс делимитации, все незаконно приобретенное придется отдавать Азербайджану. Поэтому армянская сторона будет цепляться и уже цепляется за любую возможность, чтобы затянуть этот процесс. Так, 27 октября Никол Пашинян заявил, территория Армении не изменилась. Другой вопрос, что для внесения четкости есть необходимость в проведении процесса делимитации и демаркации границы. В переводе это звучит так. Вот пусть все соберутся и закрепят границу в том виде, как это нравится Армении. Еще через несколько дней, 23 ноября, Никол Пашинян во время прямого эфира в Facebook сказал: «Сейчас много говорится о картах, но нужно понимать, что карта – это всего лишь снимок, картинка, которая без юридического обоснования не имеет никакой ценности». Затем Пашинян добавил: «Мы сегодня с точностью до миллиметра знаем, где проходят границы советской Армении. Границы, де юре имеющие значение». То есть, опять-таки подтвердил, Армения сама нарисовала карты и теперь требует от всех с ними согласиться. Однако Пашинян никак не может знать с точностью до миллиметра, где проходят границы советской Армении. Потому что в то время карты Генштаба носили засекреченный характер, а для хозяйственных нужд пользовались обыкновенными картами административно-территориального деления. К сожалению, понятную и вполне решаемую задачу определения границ по более чем четким картам армянская сторона пытается увести в сферу казуистики. Сейчас должны говорить цифры, а не эмоции. Но на деле мы можем столкнуться с затягиванием процесса делимитации и демаркации ровно по тому же сценарию, который приводился в действие все время переговорного процесса по Карабаху. Пашинян, видимо, решил действовать по принципу «день простоять, до ночи продержаться». Но не на передовых позициях, а в кресле премьера. И поэтому делает странные заявления и устраивает провокации, пытаясь сорвать процесс постконфликтного урегулирования. Тем более, что умирать за это придется другим. Однако, как показали итоги встречи в Сочи, избежать делимитации и демаркации границ у Еревана шансов нет. Время территориальных подарков на Южном Кавказе ушло безвозвратно. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.